хотим брать на себя ответственность. Мы не хотим принимать свое величие. Поэтому любая система мышления, религиозная или другая, может очень легко сыграть на нашей неуверенности и уверить нас в том, что все хорошо, что о нас позаботится. Мы это проглатываем. Но не вините религию. Вините нашу неуверенность, которая позволяет религии процветать. Именно неуверенность позволяла отнимать у нас силу и власть на всем протяжении истории.